Мой герой! А это что это? Фанатка Экзе? Что это сейчас было? Эти вообще глаза покраснели. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт. Мы продолжаем играть в Clue Hunter. Вот наш замечательный, как мне написали в комментариях, Леонид Каневский. Я долго с этого ржал. Да, да, что-то в этом есть. Это вот это «Следствие вели», по-моему, да, была эта передача, или как-то так называлась. Я плохо помню, она еще, по-моему, выходила, даже если я не ошибаюсь, когда я в детстве по телевизору, в моем, ну, подростковом, может, возрасте. Так, короче, идут наши пацаны. Еще он, кстати, похож, знаете, вот это если Леонид Каневский, то это, наверное, Никита Михалков в молодости. Вот, кстати, как раз собака Баскервилли, как раз в тему. Так, значит, здравствуй, песик! Здравствуй, какой ты милый! Ну, давай мы тебе, наверное, чтоб ты был по-прежнему вот такой же милый и не попытался наш заживо нас сожрать и трахнуть наши трупики. Давай мы вот что-нибудь вот это тебе дадим, и ты все-таки попытаешься сделать то, что я только что описывал, да? Окей, ладно, хорошо. Это, смотрите, вот этот вот замечательный смертельный кунилингус, походу, приводит к тому, что нам придется начать заново. Так, тут какого-то котика вырезают, но это, знаете, такое дело, котика вырезать, когда такая собака огромная, котика вырезать опасно, я считаю. Поэтому давайте мы с этим закончим. И еще раз попробуем. Мы продолжаем играть в наш ремейк фильма «Достать ножи». У нас тут труп в особняке, мы сыщик, даром что не Дэниел Крейг, и начинаем, короче. Давайте. Это собака человека Баба Филка? Как это даже, я не знаю, как это даже назвать. Что там в траве? Так, окей, короче. Знаете, вот есть собака Павлова, а это была, по-видимому, собака Панина, да? Потому что, условно говоря, Панину нравятся собаки, а этой собаке нравятся люди, да? Это как бы зеркальное отражение. Ну окей. Ну что, давай вот это теперь попробуем. Так, спасибо. Да что ж такое, я не знаю. Уберите нахер этот фариант тогда. Он вообще, вообще не помогает. Вообще не помогает эта сраная фризбя. Большой собака. Давай еще раз. Еще раз мы побудем милой кралечкой. Милой кралечкой, у которого вон мужские трусы там торчат. Замечательная картина. Мужик, тебя ничего не смущало сейчас? Тебе нормально, да? Ты даже в лице не поменялся. Что там в траве? Так, подожди, какой второй вариант? Что это значит? А с кем он там дерется, я не понял. Там две головы было. Помогите! Да нормально все, давай прям на пожарный этот гидрант. Вперед из песни. Идеально. Будет идеальное вхождение просто. Ну ладно, ладно. Так. Сейчас водой вверх, да? Ну что, нормально, все живы. Ну, немножко голова болит, но, по-моему, это не существенно особо. Между прочим, чтобы вы понимали, такое бывает редко. В этом уровне, вот мы начали серию, 3 из 3 варианта ответа я дал неправильно. Ну, просто охереть, просто обосраться и не жить. Вы, конечно, извините, мы сегодня что-нибудь угадаем с первого раза или нет, мне вот интересно. Ну, давай, снимаем эту красоточку-милашечку, снимаем. Он пошел сюда! Замечательно. Замечательная женщина, спасибо. Кстати, а ты мог более какую-то еще пидорскую лестницу найти? Ну просто серьезно. Так, что тут у нас? Слишком темно. Ну, зажигалку я помню в прошлый раз, когда зажег, бомба взорвалась. Но сейчас бомбы нет вокруг, поэтому... Да и попробуем, что ли? Да опять что ли я не угадал? Да блин, я что-нибудь угадаю сегодня. Как что-нибудь хоть угадать сегодня, блин? Как сегодня угадать хоть что-нибудь? Ну давай вот вазу. Сейчас голову ему разобьет или что? Это садовник сделал. Черт. Ни хрена. Это мы так быстро нашли убийцу, что ли? Мы в ловушке. Блин, а садовник-то хренов доктор зло. Откуда у садовника вот такая срань, объясните? Не понимаю. Ты че, вот ты... Какие кусты ты, блин, подстригал, чтобы на такое заработать? Объясни мне, садовник. Ну давай пистолетиком, не знаю. Я угадал! Сегодня хоть что-то, сука! Рыцарские доспехи. Так, отлично. Ну, давай. Магнит. Мне кажется, это интереснее всего. Так. Ну вот. Ну, как бы логично, да. И пришел товарищ полицейский. Так, сейчас мы опять, по-моему, рожи будем исправлять. Исправлять рожи. Нам будут показываться не очень красивые рожи, а мы будем сделать из них рожи покрасивее, да? О! О, здравствуй, девочка, здравствуй! Здравствуй, дорогая, слушай,
Случай, вообще рад тебя видеть очень. Все, уйди, пожалуйста. А получить его, открыть новый скин, это, ну, типа, ладно, давайте так, побегаем, мне кажется, вот это пока прикольнее. Когда увижу что-нибудь покруче, я обязательно получу, но пока это не нужно. Уровень 10, погнали! Что у нас там в уровне 10? А в уровне 10 у нас тут какой-то толстопуз. Доверьтесь, я разберусь с этим. Ну-ка. Оригинально. Оригинально, однако. Стойте, там вор. Ну, например... Блин, а? Эх, не может все вот идти хорошо. Вот угадали, чуть-чуть угадали, а потом приходится опять вот. Ну давай бесплатно, хорошо. Ну блин, уберись, пчела. Оу, ей, сейчас так отлетел, так нормально. Игра, от которой не оторваться. Ну, вот такие вот дела. Игра, от которой не оторваться, это Clue Hunter. Хотя, я не знаю, может я в это когда-то тоже сыграю. Не исключено. Не раз уже рекламы меня подталкивали на какие-то такие решения. Что... А, я понял, да. Я понял, он от тебя, видишь, как убежал быстро. И правильно сделал, я бы тоже. Чёртова засада! А чем такой голос? Чёртова засада! Чёртова засада. Вот такой, наверное, голос у сыщика. Давай, привидение. Припиши, дурак ты этакий. Мне это кое-что напоминает, знаете? Мне это напоминает вот этому. Бэм-бэм-бэм-бэм. Из Карлсона, да? Пара-па-па-пара. Вот тогда мы похохочем, да? Пусти белье, говорю, или как там? Я уже не помню точную цитату. Ну что-то в этом роде. Ребелье, пусти белье, говорю. Как там было в Карлсоне? Ну, короче, мы тоже, будучи привидением, это приз! Ну, дура, блин. Ну и дура, блин, просто. Ой, господи. Где я здесь? Умри. Где ты здесь? Там ты тут. Там ты как бы нормально. Так, матрица. А, жалко, могло бы быть очень даже красивенько. Оу, так, у нас тут опять, смотрите, кто-то заливает футболку зачем-то, кто-то это делает. Очень странный досуг у людей. Так, хорошо, какой там второй вариант? Опять подходит эта идиотка, которая, да, у всех призраков же такие трусы, такие ботинки, да, всегда только так и ходит. Значит так, что у нас тут? У нас вот этот вариант есть, да? Справа. Умри. Он с базуки стреляет, нихера себе. Так. Четко, четко сработал. Как он смог улететь? Чувак, пожалуйста. Да иди ты нахрен, ну в самом деле. А это что такое? Супермен типа? Сюда идет детектив. Даже не думай бежать. Задние планы прям красивые такие. А ну да, наори на него. Ты жирный! Супермен! Мой герой! А это что это? Фанатка Экзе? Что это сейчас было? Эти вообще глаза покраснели. Фанатка Экзе, ребят. Может это сон? Мне очень жаль. Мне очень жаль, что я тебя, дура, блин, стукнула по голове, что у тебя там сотрясение теперь, наверное. И ты с таким лицом теперь будешь подкручивать усы всю свою жизнь. Да. Прекрасно! Это игра, в которой нужно принимать роды у баклажана и у яблока, серьезно? О, господи! Ой, я обожаю Google Play игры, вот эти, конечно, мобильные. И такое есть в этом мире, да, ребят? Так, ну, мы побежали обратно за этим несчастным уже вором, который... Писающий жиробанчик, да? Ну, окей. Да, не удержался! Он и в самом деле там, действительно, не удержался, да, все. Он сел в машину. Не, в машину он не сел, он не пролезет, он просто на нее забрался. Что это такое? Стой, полиция! Слушай, смотрите, мне везет пока. Давай, давай, 13 уровень, давай сейчас тоже, раз и угадаем. Не подходи ко мне. Ой, ой, что это? Помогите, кто-нибудь остановите его. Спасибо. Кто это был-то? А кто это был-то? Там руку-то покажите. Чё он плачет? А, типа его и не поблагодарили, да, достаточным образом.
Да, типа такой. Она его поцеловала, потом он такой опять. Ну а это отсосать. Да, такой. Это такой очень, знаете, деликатный очень сыщик, да. Он именно так и именно так он и заплакал, именно так он и сказал. Ну что ж, что ж я вам могу сказать? Давайте мы на этом закончим на сегодня. Вот такие вот у нас сегодня уровни. Получить это. Да, давайте я получу вот это, просто для разнообразия новый скин. И мы на этом будем завершать. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании внизу. И, в принципе, все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.